Казалось бы, застойные перестроечные времена канули в прошлое, и вместе с ним исчезли нескончаемые очереди. Но только не для ульяновского представительства компании «Росгосстрах». Заложниками многочасового стояния в коридорах офисов организации стали обычные люди. Хотите оформить выплату по ДТП? Выстоите очередь, хвост которой может начинаться на улице. Показка. Ну, на осмотр. Их без очереди пропускают. Люди ждут, ждут, ждут. И так вот до бесконечности. Вчера 20 талонов дали, 14 человек прошло. Остальные покраски. Вот сегодня мы приехали. До открытия офиса компании более получаса, а люди уже толпятся перед зданием организации на улице Октябрьской. Нервы у всех на пределе, и ситуация грозится выйти из-под контроля ежесекундно. Многие занимают свои места еще с ночи и стоят не по одному дню. Я вот обратился в Росгосстрах по поводу ДТП. Вот езжу уже третий день, не могу получить просто карточку на осмотр. Ужасные очереди. Начальство ничего не хочет предпринимать, хотя обращались, говорили, предпринимите меры по поводу устранения этих всех очередей. Не хотят даже спуститься вниз и выйти посмотреть, что здесь происходит у них, значит, в очередях. Хотим обратиться и попросить, чтобы было более лояльное отношение к гражданам, так как люди стоят с трех ночи до 9 утра, пока не открываются, и ничего этим не добиваясь. В этот раз людям повезло, начальство все же соизволило к ним спуститься, но никакого результата дискуссия не принесла. Очереди приходится само решать, кто за кем следует. Вот смотри, у меня внизу написано объявление в порядке живой. Живой очереди. Делайте тогда живую очередь сами. Организуйте очередь. Организуйте очередь. Секундочку. А что такое журнал? Те же самые списки ваши, да? Который прошли, будут зачеркивать. Конечно. Что стоит организовать получение документов без всяких заторов и препонов? Шушукаются в очереди. Ведь давно уже существует электронная запись. Или на худой конец фамилии очередников можно записывать в отдельный список, вывешиваемый в помещении компании. Или же добавить рабочих часов и пригласить на работу новых сотрудников. Сейчас, со слов ожидающих приема, осмотром пострадавших ДТП машин занимается всего один эксперт. Причем в рабочие часы он успевает осмотреть максимум 7-10 автомобилей. Но, видимо, в Росгосстрахе считают по-другому и предпочитают действовать согласно нехорошей мудрости. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Егор Титов, Павел Макаров, новости «Ульяновской правды».